Казахстан будет председательствовать в договоре о запрещении ядерного оружия. Продлятся полномочия 2 года. У нашей страны уже первые инициативы есть. В планах, например, создать многонациональный трастовый фонд по оказанию медицинской помощи пострадавшим от ядерных испытаний. Об этом на международной встрече, посвященной ядерному разоружению, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Карат Умаров. Заседание состоялось в Астане. Участие приняли представители Красного Креста и общественных организаций из стран Центральной Азии и Японии. Спикеры отметили опыт антиядерной политики Казахстана и ее опыт в разоружении, который как никогда актуален в условиях напряженной геополитической обстановки. У нас есть ряд инициатив. В частности, вот в этом году будет рассматриваться и приниматься на Генеральной Ассамблее ООН резолюция по Семипалатинскому региону. Плюс к этому Казахстан в следующем году будет председательствовать на второй сессии подготовительного комитета договора о нераспространении ядерного оружия. О катастрофе в Хиросима и Нагасаки знают все. Японцам хорошо знакомы последствия ядерного оружия. Поэтому на сегодняшней встрече я, как представитель этой страны, намерен призвать мировое сообщество к ядерному разоружению. Ведь это очень важно. Думаю, слова, которые сегодня прозвучат, будут услышаны.